Здравствуйте, дорогие друзья! С вами сегодня Old Gaming, и мы играем в игру Flatout. Мне нужно срочно что-то записать до конца дня, где-то порядка 18 минут, нужно еще успеть залить это все, понимаете, да? И я думаю, мы скатаем какую-нибудь одиночную гоночку быструю, просто нужно, чтобы канал как бы поддерживал жизнь, а я что-то забыл, что надо что-то снять. Короче, да, давайте поедем на этой машине, причем с автоматической коробкой, чтобы опять же не тупить. Бонус. Куда нахуй бонус? Бронз хочу. Блять, почему мне не разрешают катать другие гонки? Меня заебало это, блять. Что? Почему я должен ездить по одним и тем же картам? Ну ладно, поехали. В общем, пытаюсь выиграть сегодня. Как и в предыдущие разы, но я думаю, у меня это легко получится сделать. Значит, сделал вот так. Все. Что? Я чела ушарал? Что это было сейчас? Ну, видимо, да. Похоже, чел вылетел. Мы будем аккуратненько проходить и поворот, я думаю, слегка получится еще и в таком отличном дрифте. В стиле боевой классики. Мы сможем пройти, я думаю, на изи все круги и выиграть. В принципе, довольно легко должно быть. Вот. Просто суть в том, что, возможно, скоро появится мануфуар на канале. Друзья, здесь можно проехать? А, можно, слава богу. Сейчас чуть не тупанул. Хотя я по сути тупанул, но это не считается, ладно. Какие-то противники сегодня подготовленные. Ага, второй круг пошел. Еще ведь надо успеть залить, понимаете? То есть это гонка, мало того, что гонка есть гонка, но мне ведь еще и залить надо успеть сегодня этот видос. Его нужно выйти именно сегодня, 11 апреля. 2023 года и никакой день иначе, потому что значит тогда уже 3 дня как не выходит видосов, а это как бы не есть хорошо. Так, ну, вроде они далеко от меня, что я думаю, все будет хорошо. Подруливаем аккуратно на поворотах. На самом деле с рулем классно играть Flatout и прочие гоночки, но вот уж как есть, так есть, что поделать. Не, подождите, тихо. Машина что-то шатать начала. Пиздец! Блять, ну... Вот только не верь, что я опять приеду вторым, вот как всегда. Хотя вообще последний мой предыдущий заезд во Флатауте увенчался таким, что я вообще в шоке был. Когда я просто на последнем повороте, идя первым, свернул не туда или вторым. Не, вторым. Это было, конечно, очень обидно. Так, ну что... Видимо, редуктор у нас заварен, все хорошо. Аккуратненько. Проходим. Толпимся. Так. Блять, вот этот коварный поворот, блядь. Хаммерхед просто, блядь. Бля, Топ Гир. В общем, да. Кстати, может, Топ Гир реально жизни заснять. Но только это нужно ждать еще пару лет и иметь много денег. Так что, ну, вряд ли у них получится. А так можете посмотреть выпуски Андрея Рыбакина. Тачки Рыбакина и его прочее автошоу, который он вел. Хороший был чел. Ну как хороший, может быть. Где-то он перегибал палку, может быть, где-то не перегибал, но в общем. Все. А мы тем временем едем на первой позиции, но я думаю, что может быть и ненадолго. У нас отвалился капот. Я скопил нитро на всякий случай, но пока что использовать особо негде. Нет, в поворотах, в выкручивании из поворота можно довольно-таки неплохо использовать нитро, оно помогает словить дорогу. Или если проебался на повороте, тоже довольно помогает. Я сейчас могу очень здорово улететь на самом деле. Нет, вот оно и произошло. Пиздец, все, я приехал вторым. А жаль. Довольно неплохой был потенциал для того, чтобы... Хотя меня еще догоняют, я же вообще третьим приеду. Довольно неплохой был потенциал, чтобы прийти первым. Но, видимо, мне это вряд ли получится сделать. Я, конечно, скопил нитро, и, возможно, на последних каких-то рубежах мне еще получится что-то сделать. Но... Ха-ха! Все-таки вырываю я победу. В общем, заканчиваю видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.